Уже на следующей неделе вы сможете посмотреть второй сезон сериала «Загляни ему в голову». В нем главные роли сыграли Кирилл Джандара, Дарья Урсуляк, Павел Трубинер, Владислав Ветров, Сергей Юшкевич. В новом сезоне доктор Валерий Лунин, клинический психиатр и психолог-криминалист, в следственной группе по особо тяжким преступлениям принимает решение уйти из отдела, но волею случая вынужден начать работать на ФСБ с новым напарником Полукаровым. Его давний враг-журналист Дарья Драпова после психотического приступа оказывается пациентка Лунина и кардинально меняет свое к нему отношение. Тем временем в Москву возвращается бывшая жена Лунина, Марина и дочь Анна. Девочка, как и папа, умеет заглядывать в голову, ей передалось его диссоциативное расстройство.